5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной соломенной базы Player 6994. Надеюсь, ее не изменили. Так, да, это она. Можно зайти вот отсюда, сломать одну стеночку второго уровня. Значит, не соломенная, не везде она такая. И здесь будет маленький ящик, который вам позволит убить всех зомбарей и не получить урона. И тут сколько у нас... 4, 6, 9 ящиков. Нормально. Готово. От всех трупов я избавился. Осталось открыть вот эти два ящика. Один ящик. Так, давай. И посмотрим. В столах дерево есть. Тут одна доска и дерево. Если что-то стакаются. Так, начнем с этого ящика. Руда. Это у меня украли. Кстати, топоров хватило прям впритык. Здесь дерево, пусть будет, вот так вот. Следующий ящик, вот это у меня тоже украли. Глоки, это хорошо. Плотницкий стол, ладно, пусть там лежит. Бензин, изолента, гаечные ключи. Пивасик у меня 5 украли, но я еще заберу. Вот это у меня украли. Осталось... 3 микросхемы и 20 вяленого мяса найти. Ну, по идее, это все найду, добро. Так, это не то. Вода, бинты, пускай будут, аптечки. Вот это все заберу. Морковку заберу тоже. Воду заберу, ладно. И быстренько все это сложу в байк. Так, здесь в пикапе нашел еще морковки. Камни нашел. Так, давайте все сложим сюда. Глок сюда. Это вот тут пусть полежит. Здесь еще есть... Блин, топоров нету. Ладно. Давайте продолжать лутать дальше. Что я тут еще не взял? Здесь я смотрел. Сейчас заберу еще, наверное, морковки. Здесь 3 микросхемы. Вот осталось найти 20 вяленого мяса. Это заберу. Каменные блоки еще, доски, плотную ткань обязательно заберу. А вот и 20 вяленого мяса. Нормально. Взять все, ничего не могу. Значит, доски не буду стакать, всего 3 штуки. Ну, вот так пойдет. Больше мне ничего не надо. Здесь я уже смотрел. База всего лишь то, что вы видели. Больше никаких строений нету. Мне можно было бы что-то разрушить. Ну, вот единственное вот это место, но у меня реально топоров нету. Хотя, блин, если я создам, громила побежит. Ладно, хрен с ними. Мне, в принципе, и так всего хватает. Там, не думаю, что-то будет интересное. Вот такой вот лутец мы вынесли. В принципе, нормально, ресурсы. Зато сишку не потратили. Тоже большой плюс. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.